Поселок Красное стал центром праздничного гуляния. Здесь уже в пятый раз прошел открытый межмуниципальный праздник «Заполярное финно-угорье», посвященный Дню родственных финно-угорских народов. Мероприятие проводится раз в два года и традиционно собирает гостей не только со всего округа, но и из других регионов страны. Александра Литкова расскажет подробнее. Развитие самобытной национальной культуры, языка и исторического наследия. Праздник финно-угорских народов проходит в поселке Красное в пятый раз. Этот праздник необходим тем, что он, как бы сказать, объединяет людей, сплачивает их. Они делятся своим творчеством, делятся своей культурой, обогащаются за счет того, что они узнают очень много об обычаях и обрядах своих сородичей. В рамках праздника гости и жители поселка Красное могли посетить чум-кафе на площади Дома культуры, где приветливые хозяйки угощали всех желающих национальными блюдами и чашкой горячего чая. Мы гостей угощаем евеем, ненецкое блюдо, сплошь мясо, и, в общем, получается очень вкусное варево, без заправки. Тем временем в фойе Дома культуры все желающие смогли приобрести сувениры и товары местных производителей. Сегодня у нас северная сувенирная продукция, обувь, готовимся к зиме, меховая обувь, шапочки меховые, бубны, представлены композиции и, конечно же, наши тапочки. Сегодня у нас сувенирная продукция, магниты на холодильник, рукавички пыжиковые, детские бурки подшитые и взрослые. Продолжился праздник уже на сцене. Образцовая студия танца «Чебеляй» представила зрителям народные танцы Республики Удмуртия. На таких праздниках есть возможность друг друга видеть, обмениваться опытом, обмениваться чувствами, обмениваться эмоциями. Это вообще здорово, когда собираются люди, такие же люди, как ты, из разных уголков страны, то и мира. Еще один гость праздника – народный ансамбль «Лейгарит». Основу их репертуара составляют многочисленные и разнообразные танцы, песни, игры и инструментальная музыка, собранная со всех округов Эстонии. Наша группа называется «Лейгарит». «Лейгарит» – это, как это на русском, фольклорное общество. Мы занимаемся и с выступлением, и с народным, сами сделаем все украшения и сделаем народные костюмы. Завершился концерт выступлением нашего земляка Валерия Литкова с авторской песней «Мы финно-угры», которая является гимном Заполярной финно-угории. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».